Сьогодні в нашій студії радник голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації Юрій Голик. Говорити планували про обсяги ремонтних і будівельних робіт в області, але спочатку кілька слів в продовження теми хлору. Мої вітання. Отже, ви стверджуєте, що ніхто, ані ЗМІ, ані чиновники, ані інші причетні люди не дали правильної версії з приводу того, що насправді відбувається з реагентом. Маю намір позбавити вас інформаційної монополії. Тож, яка версія із хлором від вас? Очень простая версия. У нас масса журналистов и блогеров в Фейсбуке высказались по этой теме. Я насчитал порядка 60 версий, ни одна из которых полностью не отображает. Вот Борис Альбертович сейчас максимально близко объяснил суть происходящего, когда водоканалы берут напрямую Днепр Азота, получастная структура, непонятно кому принадлежащая. Есть только намеки, кому она принадлежит в средствах массовой информации, будет оказывать услуги по транспортировке. Кроме того, любая задача там, остановки Днепр Азота, например, она имеет чисто управленческое решение. Ну, например, наша область была запасена хлором, потому что мы договорились о прямых поставках из Румынии. Да, есть определенные сложности, потому что у румынов есть квоты свободные, есть квоты не свободные. Есть сложности с транспортировкой, потому что существует определенное количество лицензий, которые подписываются на межправительственном уровне, но мы их достаточно быстро получили. И остальные нюансы, но при желании проблему можно решить любую. Поэтому истерика была очень большая, но... Понимаете, у нас, к сожалению, госуправление осталось во многих госструктурах на уровне такого советского колхоза, когда председатель колхоза встает, громко стучит кулаком по столу и с использованием ненормативной лексики требует от подчиненных, чтобы проблема была решена, хотя он должен хотя бы объяснить, как ее решать. А если общаться спокойно, садиться за стол переговоров и находить компромиссы, то все можно решить. Поэтому в этой истории мы видели много эмоций. В конечном итоге она закончилась тем, чем закончилась. Днепр Азот запустился. Но я думаю, что нужно будет посмотреть статистику. А сколько Днепр Азот отгрузит за первые две недели, чтобы не получилось так, что все водоканалы уже эту проблему решили. Ну, то есть румынский хлор таки к нам доедет? Да, конечно, обязательно. Мы отвечаем за область. Наша задача была бесперебойное водоснабжение в области. А тем коллегам из других областей, которые к нам обращались, мы были на связи с министром регионального развития Геннадием Зубко. Мы всем в помощи не отказывали. Более того, у нас не было такого подхода у губернатора, когда нужно громко орать на всех и требовать, а ну идите там быстро разберитесь. Нет, у нас было несколько совещаний, на которых звучали вопросы, какие могут быть версии, кто является поставщиком хлора в ближайшей доступности, кто из стран, у которых есть общая граница с Украиной, этот хлор может отгрузить, отправьте запросы, созвонитесь, выясните, созвонитесь с профильным министром транспорта и инфраструктуры, получите лицензии и постройте всю цепочку. Поэтому мы по области были застрахованы от остановки Днепр Азота, хотя если сейчас абстрагироваться от всей той шумихи, которая этому сопутствовала, на самом деле Днепр Азот это предприятие, на котором работают люди. Эти люди получают зарплату, зарплаты попадают в местные бюджеты, в том числе в того же Каменского, и областной бюджет, налог на доходы физических лиц, как одни из основных источников наполнения региональных бюджетов местных. Да? А второе, эти люди кормят свои семьи. Поэтому здесь помимо поставок азота был еще вопрос о том, что предприятия должны работать и должны создаваться нормальные условия, когда прозрачная форма собственности, когда прозрачные отношения, когда есть АМКУ, который ведет себя нормально. Да? И тогда все складывается нормально. Ну, предлагаю, услышал, по крайней мере, предлагаю тогда повернуть разговор в сторону ремонта дорог. Решетиловская трасса, что там делается, на каком этапе? Решетиловская трасса, вы знаете, это очень такая странная история, которую надо, наверное, когда-нибудь в книжке описать. Вот я искренне верю, что когда-то мы закончим наше путешествие в этот красочный мир госслужбы, и мы напишем, вот вся наша команда, каждый напишет по главе и выпустим книжку о том, как это все происходило. Огромное количество выходцев из Днепропетровской области были на высших руководящих постах государства. Многие из них собираются баллотироваться повторно. Но почему-то в областном центре, в крупнейшем промышленном областном центре страны никогда не было нормального транспортного сообщения, дорожного, автомобильного с Киевом, со столицей нашей страны. Это нонсенс. А есть нормальная трасса Киев-Львов, есть пресловутая трасса Киев-Одесса, которую ремонтируют, по-моему, 15 лет, надеюсь, когда-нибудь ее доремонтируют, но, по крайней мере, она есть, там 4 полосы, да. И есть странная дорога, которая называется Днепр-Петриковка-Царичанки-Кобеляки-Решетиловки, да, которая называется Киевской трассой, вот. Но она не является Киевской трассой, это даже не трасса первой категории, то есть не четырехполосная, там с разметкой, с отбойниками и так далее. Поэтому был замороженный проект, были построены когда-то давно еще 7,6 километров после развилки на заправке и
там, налево Елизаветовка, право Петриковка, прямо пошла дорога на Решетиловку. В этом году мы закончили строительство два кусочка по 1,9 километра. По сути, они были в болоте, и это была очень сложная процедура. Сейчас мы ждем распоряжения Укравтодора, потому что эта трасса Укравтодора объявляется торги на 420 миллионов по достройке вот этих 7,6 километров. И мы сейчас восстанавливаем документацию, еще один километр, чтобы трасса вышла за Петриковку. По крайней мере, если мы быстро пройдем все процедуры, сейчас усложнилась процедура экологической экспертизы, потому что это общественные слушания, а у нас, к сожалению, многие люди из сел, мимо которых проходит дорога, общественные слушания понимают, как поверните трассу на 45 градусов влево, и что это стоит на 2 миллиарда больше, мне так надо. Вот. Мы всех убеждаем, приходим к компромиссу, надеюсь, что мы их закончим, если мы успеем в этом году, мы построим, и тогда нам на следующий год останется кусочек 17 километров до канала Днепр-Західний Донбас, который сейчас проектируется. Но у нас государство долгие годы, ну, наверное, после евро, да, вот, 6 лет дороги не строило. У нас исчез институт проектирования. У нас в государственном институте, который проектирует дороги, который раньше обладал экспертизой и умениями, навыками проектировать, нам нужно, чтобы сейчас работало 70 человек, а там работает 8. Вот эти 8 человек делают огромное количество работы, включая объездную Днепра. Поэтому мы здесь подвязаны не столько под финансирование, это инвестиционный проект, деньги, на которые Укравтодору выделяют международные доноры, там деньги есть, и в этом году будут, они и в следующем году будут, сколько под то, чтобы сделать документы на этот участок трассы, пройти все торги и дальше точно понимать, что мы строим. Но при нормальной работе проектировщика мы оцениваем, что вполне вероятно 2020-2021 год эту трассу довести до границы с Полтавской областью. Полтавская область занимается тем же самым, но они начали с развязок, это правильно. И в 2020-2021 год вполне реально сделать трассу нормальную уже. Там, кстати, очень хорошие развязки. Днепр-Решетиловка, да, и мы будем выезжать на трассу Киев-Полтава и по нормальной дороге доезжать до Киева те, кто хотят путешествовать на автомобиле. Другая трасса по направлению к Хортице, то есть... Запорожское направление. Запорожское. Вы знаете, нас в прошлом году очень сильно ругали в социальных сетях, что мы ее начали делать, и мы всем говорили, вы дождитесь зимы, в феврале, выйдите на эту трассу, на не сделанные кусочки, и посмотрите на ее состояние. Вот там, где мы в прошлом году ее не успели сделать физически, она превратилась в то, как была Никопольская этой весной, пока ее не подлатали. Запорожская область свои 20 километров сделала. У них это была единственная трасса, которую они делали в прошлом году, и на ней не были сосредоточены. У нас мы 4 трассы делали одновременно. В этом году мы рассчитываем, что в августе мы откроем движение и по Запорожской трассе полностью, и по мосту на Объездной, то есть мы избавимся от петли, которая техническая дорога, которая идет через поля. Кроме того, сложность этой трассы в том, что в этом году из 700 миллионов, почти 700 миллионов, которые необходимы, чтобы ее закончить, сейчас это профинансировано областным бюджетом, это профинансирование перевыполнением индикатива от таможенных платежей, и дырка в 211 миллионов. Мы верим, что Укравтодор с подрядчиком рассчитается, и подрядчик делает ее за свои. Это одесская компания «Автомагистраль Юг». Весовые комплексы. Сколько планируете построить и на каком этапе? Минимум 8. В этом году мы должны успеть... Ну, то есть 8 почему? Потому что есть 4 основных езда Днепр. Донецкая, Киевская, Запорожская, Криворожская. Поэтому должен быть весовой комплекс на въезде, на выезде. План построить 8 за этот, за следующий год. Сейчас по 2 торги проведены, сейчас там начаты строительные работы, еще по 2 торги идут. Я думаю, что в этом году мы 4 успеем построить. Ну и финальный вопрос. Каким дорогам еще губы накрасим хотя бы так вот в этом? Ну, у нас губы красят облавтодор. У них такая жизненная стратегия — красить губы и потом получать подозры от прокуратуры и руководителей Укравтодора, и садятся в СИЗО и там долго дают показания. Вот. Мы, к счастью, таким не страдаем. Мы считаем, вот позиция, привитая губернатором Валентином Резниченко, она правильная. То есть мы либо делаем полностью дорогу, вот как она должна быть, либо мы к ней не притрагиваемся. То есть если у нас есть пресловутая трасса Н-23, идущая от Кривого Рога в сторону Запорожья, мы понимаем, что Укравтодора ее даже в планах нет на этот год, то облавтодоры ей губы накрасит. Но мы ее капитально не ремонтируем. Наша задача в этом году закончить Запорожскую, чего бы нам это ни стоило, открыть движение по Объездной, и мы постараемся успеть сделать дорогу до Аэропортовской от Запорожской, потому что в следующем году нужно делать до Южного моста. Но здесь опять мы подвязаны под то, что мы сейчас выступаем такими бэтменами, мы решаем проблему Укравтодора. Только Укравтодор наши проблемы не решает. И вот этот дисбаланс нас немножко утомляет. Спасибо, что нашли возможность. Мы оказались у нас в студии. Надеюсь, что результаты у вас будут. Дякую. Ну, а глядачам нашего каналу нагадаю, що у нас у гостях був Юрій Голик, радник голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації.